Орков крушить. Поехали. Аф, сколько можно есть, я спрашиваю. Да я уж не ем сколько. Я уж сколько не ел, похудел уже. Я болел неделю, я 3 дня не жрал. Вообще. Вообще-то 5 только, часов. Только кофе пил иногда. Не с кафе поди. Угу. Ого. Каннибал хуев. Фадей был первым новобранцем Смеридиана за 700 лет. Кровавые вороны отказались от новобранцев Смеридиана, поскольку все они неизбежно проваливались на кровавых испытаниях. Все изменилось, когда 80 лет назад Давиан Тул выдвинул кандидатуру Фадея. Многие сомневались, что выходец Смеридиана проявит себя достойно. Однако Фадей раз за разом выигрывал поединки. Сидит, сука, в офисе. Соблазняет телок. Ага. Блин, а че это мы? Тут орки, да? И тиранина. А, ну в общем, не подсобрать нормально. Всем жителям немедленно укрыться. Незамедлительно занять места в убежищах. Предъявляйте идентификационный значок по первому требованию. Сообщайте о присутствии чужаков без промедления. Помните, благонадежным будет дарована защита и покровительство императора. Тиранида уже в городе. Да, вон, смотри. Прикольно сделано. Нихера там. Ну это как его. Не так все на самом деле. В смысле? Ну, как-то ход такой просто режиссерский. Ну красиво же. Что, мол, ну это же не колодец, там вентиляция, и она типа прямая. А там типа как это колодец, там же типа голов до хера. Защита базы отключилась около 20 минут назад. Который отвечает. Я так понимаю, скоро базы. Конец, что ли? Источники энергии из строя. Где броня терминатора, сука? Отключение хранительного оружия базы и оставило гвардейцев незащищенными. Ворота питаются от тех же генераторов. Врата ангела должны быть закрыты, иначе кузница будет уничтожена. Пересылаю координаты генератора на ваш дисплей. Чтобы закрыть врата ангела, вам необходимо запустить хотя бы 3 генератора. Хотя бы 3. Несколько, ну ладно. Отрядов имперских гвардейцев все еще сражаются, командор. Нет, не скоро. Что не скоро? Дадут не скоро? Финиш, наверное, не скоро. А. Скоро-скоро. Инструменты императора. Так. Нужно использовать с толком, а не разбрасываться ими. О, стрим, пейте. Убегает. Отважное войско, сука. Афиг вас спасет, все путем. Силы планетарной обороны. Спасти. А где она? Ну, короче, пошли спасать. Пошли. А это искать нормально. Еще тысячи дел, тысячи дел, квестов, ну да. Так, понимаем, мы где-то по пути встретим, или надо было прямо вот по этой дороге? Они где-нибудь воюют, да, надо будет спасать их. Вон, к первому пойдем, он по пути. Тираниды такие. Бегут. Скачут. Засада! Великан. Уничтожить его! Не вижу, где. Убил. Ой, еще один. Он как бы сказал об этом, да. Их будет еще больше. Эй, куда убежал? А, вон он где. Хрена себе бежать. Опять сбой про гранаты, сука. Суки, сбили с ног меня. Бам! Болтеры. А, турбовик. Давненько не было. Вспомнили тоже, да. Захватите литейный завод. О, да, кстати. Че? Прям под нами был литейный завод. А-а-а. Захватим. Тяня, стой тут, я добегу. Не ходи, не надо, не трать время. Да иди нахуй. Возвращаться полтора часа. Как хочу такой. А чего нельзя захватить?
А, нет, они... Странно. Опустошители готовы к бою. У нас чё? Уже захвачено что-то чего-то или что? Нельзя его захватить. Или он наш уже? Да? Не знаю, нельзя захватить. Сейчас бы профукали его. Да, блин, вот что-то как-то не хватается он. Странно. День зовет, чё, где правая кнопка мыши, чтобы захватить? Где ты видишь? Ну, на него тыркнет. Сколько же народу здесь умерло? Так нет, это, блин, помнишь, у нас такая же была дерьма? Ну, тут других нету. Вон там вверху еще один. Наверху еще один, да. Не, ну да, этот захватить. Он не захватывается. Так, сейчас сам попробую. Сейчас сам все сделаю. X нажми. А, кстати, да. Да, не хочет. Странно. Ну и в жопу его. Действительно. О, спасти гвардейцев. Где чё? Одного спасли уже? Одну группу. Там вот. Гвардейцы удерживают врага. Невероятно. Ну прям удерживают. Гвардейцы, которые действительно способны сражаться. Невероятно. Да. Это невероятно. Такой голос еще. Невероятно. Реактивировать генератор. Да, 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 это задание. О. Грязные орки. Командор, кажется, орочьи мародеры знакомы с теми, кто отключил генераторы. Мы должны любой ценой закрыть врата ангела. Ой-ой-ой. И тираниды сбоку. Ну ты чё, серьёзно? Держи их. Отлично, есть один. Ещё два генератора и врата ангела можно закрывать. Всё, все. Отлично. Дальше пойдем налево. Где их искать тут главное? Кого? Ну, гвардейцев? Да. По всей карте где-нибудь. Ну, суки сели. Сейчас выкурю. Да, давай. Тираниды побежали. Там мобы пляшут. А-а-а. Можно точку пока захватить. Вообще идея ничего так. Пока они там с тирамидами общаются. Валим, валим, валим. Захватил точку? Да. Убил? Красавчик. Покажите мне, что вы вызываете ярость. О-хо-хо! Он поднасрал, он поднасрал. Я? Да. Либо нехуй. Ой, что-то близко подошел. Там в домике, смотри, сидят. Гранат надо кидать. Да суки, они что-то близко слишком. Что-то как-то да. Граната! Выживем, это мы выживем еще.
да. Кинь гранату в дом. А, все, ты его снес вообще. Цирский. А, вот. Блин, ни хрена их как говна там. Все во все стороны, смотри, в рассыпную вообще. Еее, зацепил кого. Говорит, гвардейцы на какой-то стене сидят. Их убивают там. Ну, пусть убивают, чё. Ну, какой стене? Да, блин, не можем пройти, выйти отсюда. На уж. Зачистили. Вот эта война тут сейчас шла. Кстати, да. Местность захватывают. Смотри, там орки это летающие на стене. Да-да-да. Сейчас сюда прилетят. А не зря, они, по-моему, Зос, они друг друга бьют, короче. Ну нет, стоят просто. О. Он еще бегут. Педики. О, ушастые. Саны. Где он, где он, где он? О, прилетели. Вакхи. Сука, Цирус. Не добрал? Не, чуть-чуть. Бьют сейчас. Ой-ой-ой. Сука! Тираниды, орки, блин, все здесь. Съели. Слушай, сейчас убьют. А, суки, не дамся вам живым. Все. Да, жесть. Говноеды. Как она есть. Экстренная эвакуация, ну уж куда уж экстреннее. С переломом пукана. И что он сейчас скажет, типа, ну вот какую сейчас отмазку придумает? Кого мы на этот раз ослабили? Такой, все из-за баб. А, ну, это я могу. Командир, ваши раны исцелены, а ваши отряды полностью восстановлены. А, то есть он отрицает настоящие... Ну ладно. А, он даже объяснять ничего не стал. Ну ладно. Да-да-да, я же говорю такой просто. Ну, такой, ну чё, с кем не бывает, мол. Действительно. Рита Сплитта. Скот уничтожил. А, слушай, тут прям реально новости такие. Ша, меч, дробовик. Забавно. Меч 20-го, кстати. Какой? Никакой. А, да он беленький. Такой западлон надевать. Дробовик беленький. Западлон. Давянту! Ей! Красавчик! Наконец-то. Раздел. Пушка увеличивается с использованием заряда хелфа, который взрывается при попадании. Ага, мы с ним серьезный урон. Угу. Давай. Вот это парень. Так, высаживаемся. Да уж, да уж, давай. Ну, блять, ты заебал. Пом 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 пом. Кузница, эй, кузница.
Просто боюсь, что урочая техника будет. Не хочу Бузуку убирать. А, ну да. Блин. Внимание, пришельцы готовятся к атаке. Ну, конечно. Всем жителям немедленно укрыться. Незамедлительно занять места в убежище. Атаковаться на поражение. Сообщайте о присутствии чужаков без промедления. Помните, благонадежным будет дарована защита и покровительство императора. Мы все умрем. А в конце всех сожрут тираниды. И... Нет. Нет, орки. Ша, они же реально мимо пробегают просто. Базы отключилась около 20 минут назад. Мы. Который мимо литейного цеха этого. Источники энергии вышли из строя. Это вызвало отключение оборонительного оружия базы и оставило гвардейцев незащищенными. Ворота питаются от тех же генераторов. Ну это-то. Врата ангела должны быть закрыты, иначе кузница будет уничтожена. Пересылаю координаты генератора на ваш дисплей. Чтобы закрыть врата ангела, вам необходимо запустить хотя бы три генератора. Мы поняли. Мы тут были. Да. Мы уже проиграли твой город. Гвардейцев все еще сражаются, командор. Скорее прячутся за закрытыми дверями. Нет, нельзя. Трусы. Все жалкие трусы. Инструменты императора нужно использовать с толком, а не разбрасываться ими. Согласен, Таркус. Мы должны обеспечить содействие по возможности. Есть выжившие. Командор, сержант Мерик, 85-й полк, Вендален. Объявляю благодарность. Ну, ладно. Он нам объявляет благодарность. Ну что, опять слева? Да? Уже. Знаем, что там как. Проторенной дорожкой. Весен хер. Где все? Подозреваю, сейчас будут. Вот они. Здесь слишком тихо. Прижал. Убежали. Там. Им норм. Большой банк. Эй, че он упал? Споткнулся. Об забор его сломал. Плечом своим могучим. Позади нас в трубах что-то? Понятно. Уничтожить суку. Хотенцев жрут. Там гвардейцы удерживают врага. Невероятно. Гвардейцы, которые действительно способны сражаться. Вперед! Побитые такие. Забавно. Там не занято ничего? Интересно. Слушай, а вот тут вот ничего нет, там перекрыто так этими ящиками. Сомневаюсь. Надо проверить. Че, телепортнуться не мог? Нет, их не сломать. Не работает. Да. Печалька. Ой, мелочь пузатая бежит. Еще. Перебить? Так, большой идет. С быстро. Во имя чести и за императора.
грязные орки. Командор, кажется, орочи и мародеры знакомы с теми, кто отключил генератор. Эй, в прошлый раз их задержали. Любой ценой закрыть врата ангела. Куда ты? Ну, сдохнет, тварина. Окей. О! Лавры. Тут, по-моему, все 20-го выпадает. Это было бы логично. Ну, да. Хватит говно нам втюхивать всякое. Так, давай в этот раз возьмем эту точку. Давай. Надо просто подготовиться. Посади там сразу это, слышь? Как его? Тарантула. Надо будет, да. У тебя сколько всего? Два. Пойдет. Только подальше от нас маленько, чтобы мы могли это. Ну, не прям на базе у нас. Чтобы было куда отступать. Где граната твоя? Кинь гранату туда, зачем ломаешь дом-то целиком? Да я бегу. Там уж от дома ничего не осталось, посрать на него. Ты вот зачем здесь ты его поставил? Нормально, я не собираюсь ближе подходить. Я подойду. Ну, в смысле, не то, что не собираюсь, а вот. Это вот так я встану под турелькой и все. Пусть они там сами себя перестреляют. Вообще, кстати, логично. Можно туда не соваться. У нас он своих хватает. Гостей. Ага. Долбани туда этим. Орбиталкой. Что смотреть туда? На Димилов. О, наш старый друг. Они не стараются. Ну, совершенный был пистолет. Про нас вспомни. Да, он натяпал мне руку. Чё? Там орк какой-то орал. А, он натяпал мне руку. Зачем вы подходите? Сучары. Так, зачистили, нет? Приказы.
Что, дом сломал? Ну, тираниду не выломал заодно. Ну-ка, эс вот так сделать. Оркли, тиранит ли, всех их нужно убить. Слушай, эй, прям философ. Оркли, тиранит ли, всех их надо убить. Давай, с огнеметами. Так, если что, убежит. Отступит. Отступит. Хей, 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 хей. Хей, ступит. О, бегут. Родные. Да, пора отступать. Ну тоже убегай, чё встал-то там? Нормально. Лечись как-нибудь. Кому? Да. Как-то они прям общий язык нашли, короче, Завитуса разобрали. Нет, Цирус, вот отряд Цируса прям ниндзя такие. Не-не-не. Поднял Авитус. Цель уничтожена. Еще один здоровый, да? О, господи. Не один. Куда лезут такой-то долбаный? Теперь мелкие идут. А, Цирус упал, когда? Да я гранаты убил. Ты молодец. Ну. Поднимай его теперь сам. Не хочу. Наш гнев вновь нашел свою цель. Ладно. Не хочет. Меняю позицию. Так, есть второй генератор. Ай-ай-ай-ай, рано. Второй генератор восстановлен. Остался всего один, и врата ангела можно будет закрыть. Что это за звуки, блядь? Не знаю. Где-то рядом кто-то есть. В жопу пошли, закроем последние все. Во, наверху он. Под нами бункер. Сейчас разберусь. Ой, надо было. Ну ладно. Это Вперед, гвардейцы. Выдвигаемся на помощь. Им нужна наша помощь. Авитус, они сражаются с врагами императора. Ай, суки. Что сейчас имеет значение. У тебя что там? На паре летающие эти ДРС.
умираете? Так, а туда откуда подкрепления пойдут? Так, понимаем, мы сейчас включимся. О, еще сидел. А вы что тут сидите? Ой, они доугарались, до нас пошли. Вот говно. А, внизу точку можно захватить. Великолепно, командор. Готово. У вас достаточно энергии, чтобы закрыть врата Ангела и здание управления. Восстановлено всего несколько минометных батарей. Чем больше генераторов будет работать, тем проще будет восстановить защиту и захватить пункт управления. Конечно, выбор тактики за вами. Чё-чё? А, просят остальные включить генератор? Понимаю, да. Ой, турельки убивают. А, это турели типа забустят. Сам уничтожил турель. Ты? Да. Можешь как-то, не знаю, аккуратнее. Но они ее облепили, я думал, не доставайся ты никому. Я слуга императора, моя вера крепче стали. Ага. Мой член, я крепче Сталина. Да, прям. Что, захватим остальные генераторы, да? А это пошли, обязательно? Пошли. И десантуру заодно спасем. Нет. Нет. Вон гвардейцы, еще одна группа. Пятая, считай. И там же, наверное, шестая сидит. Смотрите, гвардия продолжает сражаться. Пошли, пошли! Господи, какой голос мерзкий. Пошли, пошли! Пошли! Эй, пойдемте, пойдемте. А вон шестые сидят. Пойду помогу. Нашим. Гвардейцам? Да. А на центр? Да-да, это тиранида там давит. Нихера их там как говна. Хвала императору и космическому десанту! Мы спасены! Неплохо. Фига, они всех перебили. Гвардейцев? Да. Слышь, это как-то, ну, не круто. Есть такая тема. Зеленокожие выходят из туннелей. Я хочу этот скафандр. Ой-ей. Ты-то отвлекся. Турельки включил. Слышь, пробили все там, да? Да, походу. А мы точно город спасаем? Слышь, может, надо это? Ой-ой-ой, их там. Блин, я хочу еще два генератора захватить. Да, быстрее тогда. Вот один. Домик зачистить сразу? Мне гранату кинул уже. Сейчас. Машина.
сука, как они в город так влезли? Угу. Прикольно. Видел, как кусок сейчас дома осыпался? Не особо, но я тебя понял. Машина, да, правда. Эй, почему не захватываешь? Ты смотри, не попади куда надо. Ой-ой-ой, там просто иногда мелькает их там просто даже. Где? На центре. А-а-а. Бля, я даже не знаю, что делать-то с ними. Ну, в орбиталочку туда, бомбанем разок. Ну, типа. Так, еще одну захватить. Пехота союзников уничтожена. Отлично. Сюда, со мной. По тактике йога. Не. Силы союзников так. Все захватили, что можно. Все утащили, все разграбили. Вообще. Наша? Наша. Че тут тихо тоже слишком. А вот и запищало. Сейчас, наверное, из-под земли откуда-нибудь полезу. Захватываешь, да? Ну да, да. Последний шестой. Ой-ой-ой. Блин, а было на центре захватить эту штуку, чтобы видеть. Да-да-да-да-да. Пошли сбоку, подойдем, просто засветим. Если там все плохо, бомбанем и быстро захватимся. Пойдем. Разбитая техника орков рядом с генератором. Возможно, встреча с зеленокожими мародерами. Ух, ёб. Человеки пытаются вырубить наш генератор. Сверните им шею, мародеры. Сука. Эй, эй, чё? Тоже херня. Я ими почти восхищаюсь. Дополнительные генераторы. Мы зависли. Ну, алло. Да, я вижу. Я по карте могу ездить, приближать, то есть камера. Нет, я тоже, да. Какую-то паузу кто-то нажал. Забавно. Могу выбирать даже разных юнитов. Я просто гранату выбрал кидать, так что... Блин, даже за это в воздухе зависшее, это красиво. Интернет на месте. И чего это? Что это такое? Так, господи, что ты вот еще одного забанил? Че там? Спам? Ну, рекламирует что-то. Это 8 отважных человек смотрят все это дело. Сука, и даже поражение нам сейчас не засчитают, чтобы это все. Чтобы у тебя был опыт получить за все это дело. Ну. Эй! У меня загрузка это пошла. Типа в меню как будто выбрасывают. Может, тиранин какую-нибудь базу нам снесли, мы проиграли? Ну, что-то как-то он долго об этом думал нам. Он не нашел нам, как все это объяснить. Слов не нашел. Блин, зря я свернулся сейчас. Поразвертываюсь. Ой, долго.
Ну, это заставка, как будто миссия закончена. Ну, это было бы хотя бы неплохо. Так мы провалили, получается. Мы, ну, мы же не, мы центр не захватили, то есть мы не победили. Ну, да. Не знаю, он даже разворачиваться уже не хочет. У меня, наверное, не прогружается, потому что тебя жду. Подозреваю, что кого-то выкинуло просто. Чем? Чего? Чего? Приложение не отвечает. Понятно. Разверни его просто, алло, какой играть? А... Что? Я не знаю, Steam решил, что я не играю в Dawn of War, оказывается. Ага. Причем зачем-то он мне в ключ Chaos Rising спросил. Ну так мы в Chaos Rising играем. В смысле как? А, во-во, все. Bug report, don't send. Выкинул тебя? Странным образом пока нет. В принципе, тебе же должны посчитать опыт хотя бы за поражение. Так не видать что-то. У меня все еще экран загрузочный. Давай я закрою тогда. Шопа. Раз он не хочет отвечать. И что-то он даже закрываться не хочет. Говорит, да сплит, да твою мать. Во, не отвечает, закрыть программу. Он ищет способы решения проблем, подожди. Ну в жопу я закрыл уже. Нет никаких способов. Да, картинку видел, где идет вот эта загрузка, типа, и ищу способы устранения вот этой проблемы. И там подпись внизу. Актер, у которого нет Оскара. Чё-то я от скринов наделал. Загрузим. Загрузим. Сука! Че, у тебя-то че? У меня кораблики эти космические в воздухе висят. А, ну сейчас должно пойти. Так они висят уже минут 5-10. Сейчас 20. Пойдет. А, погоди, слушай, а есть. Может, если я сейчас ворвусь, так это в игру. Сомневаюсь. Он мне такой: хей! Мы, конечно, не Blizzard, но вы продолжите с прошлой игры, когда у вас вылетело. Ей! Я подозреваю, что это у меня что-то багануло. В любом случае, что ты же стоишь. Если бы ты вылетел просто, у меня бы просто написали, что игрок вышел. Если я правильно понимаю все. Давай, играть. И в смерти я буду служить. Душа, мне не дали вот эту ачивку, которую ты говорил. Надо посмотреть, что за ачивка. Сейчас какой-нибудь предмет дается. Предмет. Да, до самой смерти мы служили императору. Не знаю, давай попробуем меня этот пригласить сейчас. Мало ли. Я спать хочу. Ну просто проверим уже, что на под конец-то.
О, Стилыч в Dark Souls играет, блин. Первый, что ли? Да. Он тут говорил недавно, что начал. Я посокрушался, ну ты чё, козлина, меня не позвал. Перепроходить начал уже, что? Не, первый раз. Ага. Говорит, понравилось очень. Я бы тоже сходил, если с кем-то. Вот я о том и говорю, что... Просто начал и попёр в коопе. И постоянно, постоянно все в коопе. Тем более он там работать, наверное, должен. Ну, наверное. Ну, шифта попробуй там что-нибудь. Да я вот уже альт этот... Диспетчер, короче, запустил. А, вот так, значит, мы, да? В общем, не освободим мы сегодня Тифон или что там, Калдерис. Нет. Я забыл. Планету Кузнецу, короче. Меридиан. Не спасем мы сегодня родной мир Фалей. Иди в жопу, Фалей. Фадей. Фадей. Извини, Фалей. Ну ты, в принципе, тоже иди в жопу, если ты досмотрел до этого места. Ну, потому что жопа твоя где-то неподалеку, видать, закрылась. Че я несу? В общем, Фадей, пока, сука, скотина. Не спасем мы твой родной мир сегодня. Завершимся на этом. И Ленку не спасем. Ленку не спасем. Ленку жалко. Хотя, блядь, такая, та еще. Хорошая баба. Да. Была. Ну, спасем в другой раз. Да. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Приходите, подписывайтесь на Twitch, заходите на мой канал. Ей. Пока. Пока.